Акцию «Собака-обнимака» инициировали неравнодушные жители города, заводчики всевозможных пород собак. Далее к ее проведению подключился молодежный центр, волонтеры и многочисленные фотографы. Участниками стали жители города. Особенно довольными остались дети. Для них благотворительная акция стала необычным развлекательным мероприятием, где можно было не только увидеть все разнообразие братьев меньших, приласкать их и запечатлеть это мгновение на память, но даже покататься на них. В роли извозчиков малышей выступили собаки-хаски. Чтобы собрать как можно больше средств приюту для бездомных животных «Право на жизнь», плюсом к фотосессии и катаниям на собаках, была организована беспроигрышная лотерея. Таким образом, сумма благотворительной помощи составила более 40 тысяч рублей. Это вклад в доброе дело 400 жителей города. Именно столько человек посетили акцию «Собака-обнимака». Вопреки опасениям некоторых горожан, она не превратилась в собаку-покусаку. Все домашние породистые питомцы вели себя без агрессии, видимо, понимая, что таким образом помогают своим менее счастливым собратьям.